Уважаемые саровчане, поздравляю вас с Новым годом! В 2020 году произошло много знаменательных событий. Мы отметили 75-летний юбилей Великой Победы, юбилей атомной отрасли. И, конечно, важное политическое событие – мы выбрали 7-й созыв депутатов. Я отмечаю, что выбранные в Думу депутаты – это люди, которые искренне желают нашему городу развития и процветания. Новый год – замечательный семейный праздник. И пусть в каждой семье, в каждом доме будут подарки, улыбки, добрые слова, теплая атмосфера. Пусть каждый день Нового года приносит в нашу жизнь радость от творчества, от созидания. Дорогие саровчане, счастья вам, здоровья и благополучия! С Новым годом и Рождеством Христовым!